Если еще в начале этого года экономисты частных банков робко рисовали невероятно оптимистическую картину и предсказывали рост экономики в 3%, то сегодня два самых крупных банка страны огласили и вовсе фантастические цифры. Рост ВВП 3,8% либо 3,7%. Для сравнения, Норвегия, на которую все чаще ориентируются в нашей стране, должна закончить этот год с результатом роста экономики в 1,3% ВВП. И это будет лучший результат за 5 лет. Экономисты связывают столь быстрое развитие нашей страны с успокоением еврозоны и крепнущей экономикой России. И еще несколько цифр. Цены и инфляция вырастут на 3,5%, безработица уменьшится до 7,2%, импорт прибавит 10%, а экспорт – 8%.